Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали? Я приехал из Московской области, город Понтище, из России. А почему вы решили лечиться в клинике Василия? Ну, вы знаете, в общем-то, за долгие годы употребления своего я много всего перепробовал. Лечился и в обычных больницах наших государственных. Пробовал ездить в разные центры реабилитационные. Но, в общем-то, никаким успехом для меня это не закончилось. Не закончилось вообще ничем. Вот как бы, в общем. А откуда вы узнали про нашу клинику? Ну, у меня жена нашла в интернете информацию. Вообще изначально, как бы, вот мы с ней разговаривали долго. Узнали, что есть такой доктор Василенко, живет он на Украине, в Запорожье. Вот, что он лечит электрошоками. Как-то даже страшно сначала было. Вот. Ну, в общем, собрались и поехали, потому что вариантов не было, на самом деле, других. Можете рассказать немножко о своих впечатлениях, о сеансах Виталия Ивановича? Ну, впечатления такие, на самом деле, что словами вообще очень трудно передать, что там происходит. В общем, очень похоже на чудеса, как бы, вот. И никогда бы вообще не подумал, насколько я человек, никогда не верил я ни в гипноз, в общем, пока сам на себе, в общем, это все не прочувствовал. Вот, и никак не ожидал, что будет такой результат, в общем-то. А чем вам запомнилось лечение? Ну, во-первых, это тут очень душевная атмосфера, очень хорошая, подход такой, как бы оригинальный, в общем-то, да, и тут настолько хорошо все протекает, настолько как-то вот, что я даже не знаю, нигде такого не встречал, в общем-то, вот. А вопрос такой, осталась ли у вас тяга к наркотику, алкоголю? И если ее нет, то вы помните, на какой день она прошла? Ну, в принципе, я сюда приехал, да, когда... Вот я приехал год назад. Вот, я приехал в таком состоянии ужасном. На самом деле, я с трудом говорил, с трудом ходил. Вот, и как бы... взял правильный курс для себя, в общем-то. Вот. И, значит, тяга прошла практически сразу у меня. После первого сеанса? Ну, не то, что после первого сеанса даже, да, ну, может, в течение там нескольких. Вот. Тяга прошла, но это такое было состояние, потому что, как бы, ну, был же уже опыт, да, какое-то вот расставание пытаться с наркотиком. И он был неудачный очень. Вот. Вот как-то осознал уже. Я то, что мне действительно вот эта жизнь, которую я живу сейчас, трезвая, насколько она лучше, насколько она вот вообще другая, как бы и несравнимая ни с чем, да, вот, то есть вот этот год, который прошел, это... То есть вы здесь во второй раз уже? Я приехал на закрепление. Mm-hmm. Да, я приехал на закрепление сейчас. Вот, и вот этот год трезвости, который прошел, вот он намного продуктивнее 15 лет до этого. Моего употребления какого-то. Вот. И, а вот так вот полностью осознал, что чистая голова, наверное, полгодика точно прошло. Полгода. Где-то, да. Ну, то есть через полгода после первого лечения. Да, да, да. И какие изменения произошли за этот год? Ой, за этот год. Ну, в общем-то, то, что с семьей все наладилось, да, как обычно бывает. Вот у наркоманов же, естественно. Проблемы и с семьей, и с окружающими, и с работой. В общем, все это исправилось. Родился ребенок. То есть за этот год, да? Да, вот ему сейчас 3 месяца. Вот родился летом. Вот сейчас воспитываем ребенка. Ну, я не скажу, что я добился поразительных успехов каких-то там в работе, но, по крайней мере, конечно, несравнимо никак с тем, что было до этого, и все еще впереди, как перспективы есть. Конечно. Вы хотите что-нибудь сказать вот людям, которые думают еще ехать, не ехать сюда? Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, если думать не стоит, надо все-таки лучше приехать сюда, потому что я не знаю, чтобы такие, не видел таких аналогов ни в России, в общем-то, я думаю, что нет такого. Нигде. Ну, а вот что конкретно отличается? Вот вы говорите, не было аналогов. Вот чем конкретно отличается вот от всех остальных клиник? Ну, вот этот вот подход к лечению, да, сеансов, конечно, таких нету нигде, как здесь.
сеансов, вот этих вот методик каких-то. Вот. И вообще человек, приезжая сюда, вот, он сразу попадает в такую атмосферу, в общем-то, в которой, во-первых, ему хочется бросить сразу, вот, не захочется возвращаться, и он сможет все это дело закрепить, вот, а не просто там перекумариться там где-то и, в общем-то, все по новой начать. Спасибо вам большое. Так.